Здравствуйте, уважаемые коллеги. Доброе утро. Меня слышно? Здорово. Ну и мы утро у нас, да, 11 часов, и как всегда в это время у нас прямой эфир 15 минут с ребенком в детском саду и дома. И я преподаватель Международной педагогической академии дошкольного образования Кисель Арина Вячеславовна. Сегодня этот эфир проведу с вами вместе. Сегодня мы на нашем эфире продолжим знакомиться с пособиями, разработанными по принципу метода Монтессори. И сегодня мы подробнее остановимся на серии метода этого Монтессори, такие как игровые карточки, игровой набор карточек. Во всем мире, как я уже говорила, люди притворяют философию Монтессори в различных материалах, организовываются школы Монтессори. Философия Монтессори, дети – это исследователи. С самого рождения у них есть все необходимое для того, чтобы спонтанно открывать для себя что-то новое в непрерывно раскрывающемся для них мире. И в Монтессори-группе детей окружает тщательно продуманное и специально разработанное окружение, материалы развивающие, которые дают импульс детям для самостоятельных исследований. Но даже дома можно организовать такую же насыщенную среду, используя различные мотивирующие инструменты. И вот в данном случае я предлагаю использовать вот такие вот интересные игровые наборы. Автор этих игровых наборов – это тот же автор, итальянский психотерапевт Хьяра Пероди, художник этого игрового набора Агнеса Барутти. Они создали замечательную серию игровых наборов, которые представлены в четыре тематики. Это дикие животные, формы, цвет и цифры. Занятия по методу Монтессори, как я уже говорила, строятся по принципу знакомства детей с новым понятием, узнавания его и закрепления. Ну и давайте начнем вот с первого набора. Здорово, расслышали, видно. Мы продолжаем. Называется «Дикие животные». Чем хорошо? Набор небольшого размера, можно брать его, да, с собой. В нем умещаются сразу же полностью игровые пособия, все, что там, ну, нам понадобится для различных упражнений. В наборе есть 16 карточек, методичка, которая рассказывает, как заниматься. Вот такой вот замечательный плакатик с различными зонами обитания животных. Здесь представлены лес, джунгли, саванна, полярные регионы. И, значит, 4 карточки представлены разных, получается, вот сред обитания. Карточки, рамочка соответствует фону, вот, например, на плакате. И здесь представлено животное. Животные, они вытаскиваются, да, и обратно можно вставить. У нас вот животные разные, вот лесополосы, тоже все вытаскивается, полярных регионов, джунглей. И также представлены карточки пазлы, тоже каждого среды обитания, на каждой карточке по 2 животных, разбирается на половинке.
Также она разбирается и составляется. На каждой картинке есть название животного, прописано печатными буквами и прописными буквами. То есть у ребенка фиксируется и еще и по названию, хотя пускай эти занятия начинаются где-то с 2 лет. И в чем заключается? Тут тоже, кстати, рамочка, которая показывает, какой среде обитания относится то или иное животное. Яркие довольно такие картинки. Все хорошо видно. Так, покажу. Давайте через одного буду. Белочка и бабочка. Сова и олененок. Скунс и лиса. Белый мишка. И заяц-беляк. Тюлень и морж. Игра начинается с 2 лет. Сначала ребенку дают посмотреть вот те 4 карточки, где много животных, да, 6 животных разного среды обитания. И ребенку предлагается ознакомиться с каждым из животных. И, например, ребенок берет и любую картинку. Может быть, это будете вы инициатором, хотя в Монтессори все-таки дается возможность самостоятельного исследования ребенку. Ну, например, ребенок у нас взял тигра. Да, тигра. Вы ему говорите, это тигр. Просите ребенка повторить. Потом рассказывайте, где он живет, какой он окраски, да, что он кушает, как он рычит. Следующий идет принцип узнавания. Когда среди картинок ребенка спрашивает, это будет все выложенные картинки, ну, начиная, чем младше ребенок, тем меньше картинок. И ребенка спрашивают, а где тигр? Покажи мне тигра. Следующее задание, когда дается ребенку различные половинки, и ребеночек должен найти половинку животного назвать, да, или же по вашему запросу. Я хочу найти там моржа, да, и он должен найти его и собрать из половинок. Также после того, когда он находит, и вы играете уже в описании. Можете сказать, это животное там приползает, да, оно живет там-то, там-то. И ребенок по вашему описанию должен догадаться и показать, что же и назвать, что это за животное. И обязательно нужно разместить на постере. Это получается у нас постер играет роль сравнения, классификация, то есть сколько животных будут жить на одной, на другой, вот, например, в саванне, да, и ребенок вытаскивает все карточки и размещает их в той среде обитания, где они проживают. Следующий набор у нас формы. Тоже вот он в такой коробочке. Тут тоже есть методичка, которая рассказывает, как будете с ребенком заниматься, как использовать все карточки. В наборе
Вообще метод Монтессори, особый акцент сделан на важность изучения форм. Это как бы ребенка ориентируют в пространстве. И вот при помощи практических материалов дети трогают, производят из различных форм какие-то фигуры. И вот в наборе есть 15 карточек. Тут тоже они все вытаскиваются, то есть они работают как пазлы, да? Из них можно конструировать. Кладыши, ребенок, различные прямоугольники, полукруги, различные формы треугольников, прямоугольников, трапеции, квадратов, различных линий, они тоже все вытаскиваются, из которых можно в дальнейшем будет составлять, например, буквы. Также вот различные линии. И еще карточки с картинками. Это уже дети постарше, когда они могут собирать картинку, да, из каких деталей. То есть она полностью из различных деталей состоит, и ребенок должен будет составить. Вот эти три сюжетные картинки – это лодочка с парусом, человек и дом с деревом, такие вот. Ну, на этом можно не останавливаться, можно самим придумывать, но это уже более старшим, когда ребенок освоил каждую фигуру, можно придумывать какую-то картинку, и ребенок будет ее изображать. Здесь также работает тот же принцип узнавания, то есть сначала ребенку просят найти фигуру, форму, какую вы изучаете, затем запоминание, ребенка спрашивают, что же это за фигура, можно поиграть на ощупь, да, каждый он ощупывает и говорит, какая это фигура. Потом, например, выбрать из реального окружения какой-то предмет и попробовать из этих фигурок собрать его. Это у нас уже будет то самое как раз запоминание. Очень хорошо играть такие игры, как, например, берете одну фигурку, выходите на улицу, и можно даже на соревнования, на спор, кто больше найдет фигурок той или иной формы. И можно даже дать, если это дети постарше, дать листочек, и ребенок будет ставить там галочки, условные какие-то значения, чтобы показать, сколько фигурок он нашел. Следующий у нас набор цифры. Тоже так же он находится в коробочке. По методу Монтессори математические навыки – это способность воспринимать числа и уметь работать с ними. И в рамках подхода Монтессори считается, что способность работать и уметь воспринимать числа развита у ребенка, она врожденная, да, и в процессе исследования он начинает понимать вот эти числа. И вот в наборе также присутствует методичка, также 18 карточек разноцветных, которые делятся на цифры. Цифры изображены вот в такое вот символическое изображение каких-то предметов. И количество предметов на других с пазлами. Они все разного цвета, они соединяются. Ребенку можно предлагать такие игры, пусть он выберет цифру, и неважно, это будет по порядку 1 или он 8 выберет. Ему говорят, что это число, например, 4, да, вот это у нас циферка 4. Потом ребенка спрашивают, какая это цифра? Давай вместе посчитаем, сколько на пальчиках. Нашли, что у нас цифра 4. Соединили пазл.
Также хорошо, например, задавать такие вопросы, так как, как видите, все карточки, они изображены с живым каким-то окружением, например, двоечка – это лебедь, и вы ему говорите: сейчас я буду собирать, например, животных, помоги мне, подскажи, ты видишь где-нибудь глаза? И ребенок начинает вместе с вами разыскивать карточки, которые, например, изображены, да, глаза, и заодно повторять, что это за цифра. И тем самым он знакомится с азами математики, да, и умением считать. И следующий, последний набор называется «Цвета». Очень такой яркий, с художественно-эстетической направленностью. Изучение цвета является неотъемлемой частью метода Монтессори на основе чувствительного восприятия. Она называла эту сферу цветовое восприятие, понимание ребенком градации цвета, основных и дополнительных цветов. Цветовое восприятие наилучшим образом развивается в связи между цветами и предметами из повседневной жизни. Например, бананы желтые, да, солнышко там тоже желтое, вишенка красная, травка зеленая и так далее. И вот в дальнейшем, благодаря изучению слов, связанных с цветом, конкретизируется абстрактное мышление, да, развивается словарный запас. И вот в этом наборе, набор состоит из 13 карточек, также методичка, карточки с изображением цветов от самого светлого до самого темного. Наверное, не знаю, как передает, не передает, там от светло-салатового, совсем бледного, до темно-зеленого, от светло-голубого до темного такого цвета и так далее. Также здесь карточка палитра. Все карточки, естественно, вытаскиваются, да, все кружочки, все обратно потом можно вставить. И карточки с изображением различных предметов разного цвета. И еще такой вот плакатик, спектр, на котором ребенок будет пробовать классифицировать различные предметы и сравнивать по цвету. И вот ребенку, например, предлагается посмотреть, ну, сначала изучается палитра. Ребенку говорят, например, вот это красный цвет, покажи красный. Потом он просто находит красный. Потом ребеночку достают фигурки, просят найти какой-то предмет красного цвета. Но чем старше ребенок становится, тем задание усложняется. То есть если этот набор начинать, например, можно с 2 лет, то дальше можно заканчивать ого-го. Когда, например, картинка, не знаю, хорошо у вас видно или нет, например, домик, сумочка в виде домика, да, или вот что-то такое, она состоит из светло-розового, лилового и в сиреневый цвет. И ребенок должен будет с помощью карточек, вот этих полосочек, составить, из каких фигурок, из какого цвета, оттенков состоит данная картинка, соотнести ее на плакате. То есть вот эти все такие задания, они учат ребенка распознавать цвет, оттенки и помогают в развитии художественно-эстетического развития. Ну, вот что опять я еще хочу повторить, что они очень удобные, не занимают много места, сложили в коробочку, убрали, ребенок сам, когда захотел, взял, позанимался. То есть это удобные, компактные игровые наборы для развития ваших детей. Данные наборы можно приобрести в школе Семигном, интернет-магазин. Можно в любом другом магазине.
приобрести, то есть я видела в продаже данный набор, и спокойно заниматься с ребенком. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Ну и до новых встреч!